человека знаменитого и в поэзии, и в международной журналистике, это Равиль Бухараев. Равиль, прошу. Значит, не могу не сказать, что он, конечно, прекрасный русский поэт, он еще умудрился каким-то образом, мне непонятным, написать венок сонетов на венгерском языке и на татарском языке, и, по-моему, даже что-то на английском, тоже всеми венок. Этими языками тоже. Он владеет в совершенстве. Так что Равиль Бухараев. И, наверное, надо сказать, так как, вы помните было, да, нету поэта возраста, нету поэта финиша. Творчество – это старт. Вознесенский. В этом месяце Равилю исполняется 60 лет. Для поэта и для мужчины это возраст молодости. Давайте поздравим.